Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, и осталось 2 дня до окончания акции Механизация. Механизируйтесь, ребята. Ну что, давайте зайдем, посмотрим, где я тут нахожусь. Нахожусь я на 4 уровне, у меня 10 тысяч, 11 тысяч очков. И, в общем-то, довольно, конечно, печально, потому что за... Вот чтобы пройти вот эту вот точку, мне нужно потратить, сейчас будет несколько тысяч очков. А других способов это дело пройти, к сожалению, нет. В общем-то, я ни одну битву здесь не могу выполнить. Все приходится проплачивать, потому что вот такие вот условия. Ну, естественно, с такими затратами ни на что рассчитывать не стоит. Мы тут даже, наверное, за 10 тысяч очков не пройдем вот это вот подземелье. Ну, разве что нам повезет на 5-м этапе, как бы... И еще сундуки пока сорю. О, ну, тут нам немножко повезло. О, у нас лимит жилища уже 106, а не 105. Это круто. Так, и давайте переходим тогда в 5-й этап. Так. Блин, а вы посмотрите. Раз, два, три. Три. Не знаю, может они хоть что-то изменят в этом, короче. Ух ты. А давайте мы... Вот так вот сделаем. Опа, скриншотик. Да, да, да. Так, вот сюда идти как-то попроще даже. Сюда. Ну, давайте начнем сюда, посмотрим какие-то условия. К ближайшему сундуку сходим. Ну, сами понимаете, здесь будет ад. Огонь. О, нам повезло, ребята. 4 косаря за пропуск здесь нужно заплатить. Вот это жесть. Ну, я надеюсь, хоть мы здесь можем сражаться. То есть, я так понимаю, здесь ветер. Да. 4000 минус. И у меня уже нет этих 4000. Правда? Да. Этот просто лютый трэш. Короче, нужно вот в эту сторону идти. Ну да, так мы, конечно, очки потратил. 4000. Фу-ху-ху. Да, здесь даже один сундук открыть. Печалька. Сюда тоже сундук закрыт. Ну вот это вот один такой легко доступный сундук. Вот второй легко доступный сундук. Ну вот сюда, значит, я и пойду. Ну здесь тоже хоть обойти можно. Здесь тоже можно обойти. Ну вот это, конечно, да. Самый короткий путь, но окажется он самым печальным. Но мне придется, раз я уже потратил 8... Ну ладно, не 8, 4 тысячи, придется его открывать. Ладно, 2 дня. Что-нибудь мы еще успеем насобирать, ребятки. Так, здесь я уже все выполнил. Отлично. Так, кстати, хочу рассказать вам вот по поводу вот этого вот дела. Драконья лига. Оказывается, здесь проблема не в том, что нам нужно драконы, короче, помощнее. А с каждой новой лигой у нас требования ужесточаются. Чтобы перейти мне во вторую лигу драконья чешуи, нужно занять минимум 75-е место. То есть, а это может быть вообще как бы печаль-беда. Я вот как бы сражаюсь сейчас на 208-м месте, но... А в следующую лигу что, нужно будет еще попасть, типа в 20-ку? Это вообще уже нереально. Ну, без доната, как бы, без проплаченных вот этих вот, покупки вот этих очков сражения, это будет нереально, даже если у вас будут сильные драконы. Так что, не знаю, сможем ли мы вообще попасть во вторую лигу драконьей чешуи, но дальше вряд ли мы сможем пройти. Кстати, у нас одно очко есть. Давайте попробуем пободаться. Ну да, противники, в принципе, как-то сложность не выросла у них, что в прошлой лиге, что в этой. Есть противники 40-го, там, 45-го уровня. Проблем пока что я с этим не испытываю. Ну, мы 208 место как были, так и остались. Так, теперь давайте кого-нибудь качнем. Так, у нас здесь явно кто-то хочет прокачаться. Я поднемножку расчищаю, как вы видите. Это очень-очень дорого. Так, вот спрятался. Кого мы будем сегодня качать? Это у нас дракон рассвет, похож на механического змея и на прочих змей. У него такие прикольные стихии, да, металл, энергия, пустота. Эпик 66. Ну, слабоват. Слабоват, как для эпика. Ну, вот такой вот у нас червячок. Личинка Урабороса 66.
Ам-нам-нам. Ну, прикольный такой, да? Смотрите, как эти вот усики у него раздвигаются, удлиняются. Это у него какой-то прям дух, душа торчит из тела. Ну, пока что качать его дальше я не буду, потому что у нас сейчас появится акция, в которой нам нужно будет качать. Ну, я имею в виду, через 2 часа нужно будет опять прокачивать. Тут у нас медитирует. Так, кстати, золото собирать не надо, а то скоро у нас уже будет акция. Так, тогда идем на колдовскую арену и сейчас тут кому-то наваляем. Так, ну погнали. И потом можно будет прогуляться еще на карту в героическом режиме там посражаться. Так, ну противники 40-42. Так, надо глянуть, сколько у меня там миллионов еды. 3500 очков. Я в последнее время, ну, как бы мало сражаюсь на колдовской арене. Ну, это жесть. Очков нужно просто тысячи, 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 ребята. Вау, 42 легендарных осколочка нам дали. Это довольно-таки прикольно. Это хорошо. Так, давайте заглянем тогда в осколочки. Что у нас тут по... Вот так. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Можем мы посоздавать. Но пока что этого делать не будем. Ну вот, а вот с этим, конечно... Просто, просто жесть, ребята. Чтобы кого-то здесь качнуть. Так. Можно, конечно, и факелы качнуть дальше. У меня не хватает вот этих. Вот так, 22. Ну, можно, конечно, качнуть теперь и факела дальше, но стоит ли этого делать? Так, ну, уже появляется напряженка, да, с вот этими огненными осколками. Как бы 34, здесь их сколько нужно? 8. То есть 4 всего лишь я могу создать. Здесь нужно 6. Ну, короче, мало, да, я не смогу создать еще, допустим, несколько десятков великолепных осколков. Ну, а вот этих, конечно, переработать 2000 очков. Очков не хватит на все это дело. Так, ну, прикольно. Можем мы и Архангела качнуть дальше. И Анубиса. Анубиса не можем. Так. 32. То есть на пятую звезду нужно больше, чем на новую звезду. Здесь всего 16, а здесь аж 32 надо. Это караул. Ну, осень мы пока качать не будем. Хотя осень у нас представляет собой стихию зелень. Так, итого мне нужен кто-то со стихией вода-ветер и зелень-камень. То есть мне вот такие вот нужны. Такие вот нужны дракошки. Ну, чтобы собрать полностью команду свою. Так, Хронос. Можно ускорить, да? Нет, нет, пока мы этого делать не будем. Давайте еще сейчас тут поглядим, что у нас происходит. Наверное, можно еще кого-то поставить на высидку. Новый. Так, есть, вижу, садовый. Так, тут жилище есть легендарное, жилище богов. Призрак. Ну, давайте призрака поставим на высидку. Так, а кирпичика мы выпустим. Разместить. Ну, пусть будет тут. Через 2 часика я его прокачаю. И наш режим героический. Так, давайте будем продвигаться. Берем наши очечки.
И движемся дальше. А вот и наш, кстати, рассвет. Был и не стало. Так, пылающая застава. Мы преодолели. Так, кстати. У нас открылся замочек. Совместными усилиями. Ну, давайте тогда этот остров зачистим. А здесь-то противники легендарные даже. Но, правда, без дополнительных стихий. То есть удар у него послабее. Старый знакомый это у нас был. Так, есть у нас сирена легендарная. Ну, противники довольно крепкие. Так, ну и последний бой тогда. Делаем такой. Розочка. Выжили все втроем. Досадно. Ну так, ну здесь пока что по изичу, да? Так. Дальше у нас будут боссы, два магнита. Ну это так ни о чем. Но это в следующей серии, ребятки. Мы пройдем, продвинемся подальше. Так, ну на этом я тогда с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.